Новая коммунальная техника, итальянский пылесос, поможет в уборке парков Магадана в предстоящие весну и лето. Это специальный автомобиль с щетками, который не просто чистит улицы, но и пылесосит. Кроме того, техника легко сможет убрать листву. Автомобиль поможет в чистке тротуаров, а также детских и спортивных площадок. По словам директора городского парка Александра Титкова, машина маленькая, поэтому маневренная и легко впишется в узкие пешеходные дорожки городских парков. Машина маленькая, маневренная, в чем ее преимущество, да? Плюс кабина у нее аккуратно вместе с кузовом двигается. Вот. Поэтому, в принципе, автомобиль очень нужный как для городского парка, учитывая, что у нас сейчас мы отвечаем сейчас и за парк «Маяк», но и включая городу. Я думаю, что и в городе она будет пользоваться у нас, ну, не то что спросом, а будет большая необходимость в эксплуатации данного автомобиля. Единственное, что представители завода-изготовителя приедут ближе к лету, чтобы до конца обучить наш персонал, тех специалистов, которые будут на ней работать, вот, потому что, чтобы понимать все функциональные возможности этого автомобиля, плюс его технические данные и обслуживание. Техника не дешевая, стоимость ее порядка 9 миллионов, поэтому будет ли закупаться в будущем еще такой автомобиль, сейчас неизвестно, рассказал Александр Титков. Кабина комфортная, есть и кондиционер, и видеокамера, и даже магнитофон. В Магадане такая машина будет работать пока в единственном экземпляре.